30 апреля свой профессиональный праздник отметят работники пожарной охраны. Спасибо вам за ваш геройский труд и каждодневные подвиги. Желаем спокойных трудовых будней. Пускай в работе будет меньше риска, пускай стихия покоряется вам. Желаем, чтобы пламя полыхало только в вашей груди, и вы всегда с той же страстью, добротой, ответственностью и профессионализмом приходили на помощь людям. С уважением, коллектив Верхнеуральской телерадиостудии.